Video clip about how to cook tom yum goong. 9 класс, урок английского. У доски преподаватель из Таиланда София Арвая. Она объясняет детям, как правильно общаться на английском. Учительский опыт у девушки большой, поэтому она может сравнивать детей из разных стран. Что я заметила и здесь, и в этой школе, и в школе у себя в Таиланде, студенты одинаково стремятся к получению знаний. И там они очень мотивированы к знаниям, и здесь. Единственное отличие, такое, которое бросается сразу в глаза, то, что в той школе в Таиланде я преподаю ученикам в смешанных классах, а здесь, получается, я преподаю ученикам, где только девочки. Есть еще принципиальное отличие в том, что учитель из Таиланда преподает английский русскоязычным детям. Это языковой барьер. Если у детей возникает вопрос, который нужно решить, то тут хочешь, не хочешь, придется его сформулировать на английском. И попадая в такую языковую среду, процесс обучения выходит на иной уровень. У нас учителя английского языка мотивируют использовать только иностранный язык, чтобы была полностью англоязычная среда. Дети же рады тому, что урок иностранного языка проводит учитель из другой страны. Никто не пропускает, все стараются взять от этого процесса максимум. Это было очень увлекательно, потому что тем самым мы преодолевали языковой барьер, узнавали про Таиланд больше. С иностранцами мы общаемся на английском. И на уроках мы боимся ошибиться, а тут уроки веселые, интересные, увлекательные. София Арвая приехала в Нижнекамск по программе обмена опытом и пробудет в 13-й гимназии 2 недели, а потом отправится к себе в Таиланд к своим подопечным. Александр Комаров, Максим Лепин, новости НТР.